Можешь вспомнить лучший гол, который ты видел? То, что я видел живьем сам, то это гол Беркампа на чемпионате мира уже 98 года, ворота сборной Аргентины. Более того, я сидел за воротами сборной Аргентины, куда Беркамп этот гол забил. Терж Беркамп, это баланс! Терж Беркамп! Терж Беркамп! Терж Беркамп! Терж Беркамп! Это был, безусловно, шедевр. Хотя, ну, мне повезло, я много видел красивых забитых мячей.